It's being called the largest scientific experiment in history, and some say one that could cause Armageddon. It's the strangest experiment ever, mankind's most ambitious attempt to understand how we all got here. They're looking for something called the God particle, but skeptics are saying nobody knows what will happen when they turn off the switch. A group of fringe scientists believe the collider might create a black hole that could swallow up the Earth, and they filed suit to stop the project from going forward. Говоря о фильме «Страсти по частицам», можно сказать, что этот фильм перевернул представление о том, каким может быть научное кино. И, на мой взгляд, это прежде всего связано с тем, кто создавал этот фильм. Режиссер фильма Марк Левинсон, физик по образованию, доктор физических наук. Продюсер фильма Дэвид Каплан также является доктором физических наук. Благодаря тому, что и Дэвид, и Марк прекрасно понимали процесс и прекрасно понимали важность того, что происходит, они сумели не просто рассказать о фактах, но эмоционально вовлечься в процесс и передать эту эмоциональную вовлеченность на большой экран. И таким образом мы видим не просто какой-то научный процесс, не просто ученых, работающих над проблемой, но живых людей, которые сопереживают, которые волнуются, которые радуются тому, что происходит. И это необыкновенно трогательно. Let's get started, everybody. Now comes the day of reckoning. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. На мой взгляд, этот фильм может быть интересен буквально каждому, потому что он в доступной и понятной форме рассказывает о самом, пожалуй, важном событии физики и о сложнейшем научном эксперименте. И мы очень гордимся тем, что российская премьера картины состоялась в прошлом году на фестивале актуального научного кино 360 градусов, а буквально накануне российской премьеры 8 октября Питер Хиггс, который заявил о существовании частицы, получил Нобелевскую премию. Congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that has happened in my lifetime. Not only in your lifetime. Смотрите фильм «Страсти по частицам» на канале 24 Док.